Ребята, всем привет! Обещал я как-то раскрутить электроящик, показать схему. Сейчас возникла ситуация, когда необходимо все-таки крышку снять, и попутно решил все это включить камеру, зафиксировать на видео. Сейчас вот тут буду точить гайку из титанового прутка для финки. Вот. Ну что, раскручиваю, снимаю, а там уже будем рассматривать поподробнее. Ну что, крышку я снял. Сама крышка — это обыкновенная жестянка. Выглядит вот как она выглядит. Здесь единственное, что есть, здесь шильдик, который гласит заземление. Вот на этот болт у нас подключен провод заземления. Мастерское заземление есть. Сейчас, наверное, со штатива камеру сниму и буду поподробнее, поближе показывать, чего у нас тут есть. Итак, еще раз, вот станок, общий вид, трехфазный двигатель, по-моему, 2,2 киловатта, подключен от сети 220. Вот он просто здесь в розетку включается, вот здесь розетка, вот я сейчас его отключил от сети, вот вилка от станка. Значит, вот что здесь намучено, накручено внутри в электроящике. Здесь два конденсатора, один рабочий, другой пусковой. Предупреждаю сразу, я в электрике сам лично абсолютно не разбираюсь, поэтому грамотно вам как-то изложить, что здесь к чему, не смогу, но постараюсь максимально подробно это все дело показать. Значит, вот, вот что здесь происходит. Вот что здесь происходит. Сейчас я просто, значит, попытаюсь проанализировать со своей точки зрения. Значит, вот эти вот провода. Вот, вы видите, здесь вот тумблер. Это тумблер включения вот здесь. Это станочное освещение. Оно идет тоже. Питание, вот, питание от станка. Вот оно. Вот здесь сзади, вот я его трогаю. Сейчас вот тут света, блин, у нас, конечно, недостаточно. Значит, вот оно. Вот это провод станочного освещения. Значит, вот он здесь. Чего куда пошло дальше? Один провод, вот этот желто-зеленый, пошел на тумблер. Второй провод серый, он вот здесь. Другой провод серый, вот он. Он вот здесь чуть-чуть левее в клемнике. Значит, это освещение. Разобрались. Вот эти провода, это, судя по всему, уже идет питание на двигатель. Вот питающий кабель от сети 220, он уходит назад. Ну, смотрим. Ага, вот он приходит, вот он приходит, вот питающий кабель, как здесь трудно разобраться, вот он, вот это вот здесь, вот этот кабель, это вот, подключается он сюда, вот, видите, две клеммы, фаза и ноль, вот здесь, вот видите, вот тут вот, раз, два, потом вот это вот, вот видите, три провода, вот раз, два, три. Они идут конденсатором и, соответственно, вот уходят, уходят вот сюда на двигатель. Что вот здесь вот напутано? Вот этот вот еще кабель с кучей контактов. Они вот, вот две вот эти жилы, которая одна на двигатель и вторая вот с кучей проводов. Вот они уходят вот здесь вот по магистрали. Вот, вот они выходят, выходят с другой стороны, вот тут. И в таких пластиковых шлангах вот идет разводка. Один кабель пошел на двигатель, второй кабель, вот здесь даже их два кабеля. Они идут вот здесь вот пускатель, кнопка ПНВС, кнопка ПНВС. И здесь реверс двигателя идет. То есть вся вот эта коммутация, которая там напутана, как я понимаю, это все связано с тем, чтобы взаимоувязать между собой вот эти вот два пускателя, значит, реверс и кнопку ПНВС. Поэтому, скорее всего, предполагаю, что вот я сейчас еще раз крупным планом все покажу, что для людей, разбирающихся хотя бы маломальски в электричестве, все должно быть абсолютно понятно, как божий день.
Ну что ж, буду сейчас это все собирать назад, а камеру, наверное, уже буду выключать. Всем пока.